Всем привет! Хотел небольшое видео снять. Ну, как бы не люблю такие вещи снимать, но сниму, покажу. Вот, специально стол убрал, чистенький. Вот раз 220 розеток, чтобы показать. Вот 5 ламп по 100 ватт, 500 ватт, да? Ну вот, врубим. Сейчас посмотрим, как они горят. Вот вилку втыкаю, но все 5 горят красиво. Ну, естественно, от этого будет гореть. Ну вот, и что с этим хотел показать. Вот такой небольшой девайсик. Называется, как говорится, не БТГ, а преобразователь. И покажу, на что вот такой маленький способен. Специально не прикручиваю, отключил, чтобы этот провод снять, чтобы лишних вопросов не было. Вот все лампы, да, тут ничего такого нету, проводков вот не подходит ничего. И подсоединяем этот преобразователь сюда. Упс, ну вот лампочки горят. Что я с этим хотел показать? Ну, что, как мало надо сделать, чтобы они красиво горели. Не говоря, ну пусть не обижаются те, которые действительно что-то сделали, запустили, молодцы, но очень-очень много фейков в интернете, и это, конечно, обидно. Ну вот я просто решил показать, что вот с таким маленьким вот, маленький девайсик, платочка, трансформатор. Просто примотал, чтобы все компактно было. И вот включаю к лампам. Ну, контакта тут нету. Ну, искрит прямо, да. Вот, лампа красиво горит. Все работает. 5 ламп, 100 ватт, 500 ватт работает. Вот таком маленьком девайсике на ладонь. Ну, могу вот оценить, поднять, да, вот. Нигде никаких проводов я не подсоединял, просто девайсик. Ну, немножко нагревается, но это нормально. Так что вот так, ну, лампы. Но это не БТГ, вот лампы сниму. Ну, могу, конечно, все на улицу вынести, но толку никакого. Это не БТГ, это преобразователь. Просто решил показать, вот какой маленький можно сделать, чтобы зажечь. Ну, еще раз подключу, чтобы зажечь вот такую гирлянду ламп. Все работает. Так что вот такие дела.